минуты для тушения. Ты устал уже или что? Нет, да не я устал. Оборудования не хватает. Нет, какие почему? Ну, не знаю. Погодка синяк под вообще. Никуда синяк это. Сейчас в голове. Это резкая перемена настроения, которая всего лишь временна, и она пройдет. Или это знак? Или это знак, который говорит о том, да ладно! Пока! Пока! Это было круто! Или это знак, что пора двигаться дальше, что пора возвращаться домой и двигаться к новым целям. Потому что я нет слов, одни эмоции. Еще одни крутые люди уезжают. Я так не могу. Это сильнее меня. Черт. Thank you.
Макса, далеко ли Иисус Арет? Далеко он? Где-то километров 5. За маяком, да? Да-да. А ты еще не уезжаешь? Да не знаю, пока вроде нет. Слушай, было бы классно, если бы, конечно, сюда сходить, потому что больше моего родителя не знают, где он. Ну, хорошо. Я, конечно, не буду старших спрашивать, а если я могу спросить, то все новенькое. Ну, если время будет, то я съезжу. Окей. А? Если время будет, то я съезжу. Ну да, вот может быть завтра, а потом, наверное, уже не будет. Хорошо. Впрочем, чего это я расклеился? Может, все на самом деле намного проще. И ситуация, в которой я оказался, когда очень много людей, к которым я привык, резко уехали. И приехало очень много новых. Может, это все дело привычки, и остается только привыкнуть. Как это происходило всегда по... Как это происходило по течению моей жизни на этом острове, постепенно. Посмотрим, не будем пока спешить с выводами, ведь этот остров подарил мне такие классные эмоции, вообще никогда такого не было. Лучшие две недели моей жизни, которые когда-либо у меня были. Я не могу так просто уехать отсюда, поэтому будем наблюдать, кататься на лодке, тушить пожары, наслаждаться жизнью. Итак, ты готов? Готов? Да. Супер. Вперед. Окей. А, нет, не 3, а 13, просто 10 плюс 3. Просто масштабы бывают вот так разные. Классно. Крутое окончание.